И перед тем, как мы начнем, у нас небольшая рекламная пауза. 11 ноября пойдет самая громкая распродажа на AliExpress. Скидки будут аж до 70%. И с моим промокодом вы получите скидку 500 рублей при заказе от 1000 рублей. Промокод действует только для новых пользователей. Действовать он будет и после распродажи. Промокод действителен до 30 ноября. Промокод действителен в странах Василия и СНГ, не включая Украину. Успевайте воспользоваться. Промокод и ссылка оставлены в описании под видео. Всем привет, с вами я Бакмаркин, и сегодня мы будем поединок, который пройдет 20 ноября. А я наблюдаю между Терренсом Кроуфордом и Шоном Портовым. Сейчас же уже готов шаг на шаг позже Кроуфорда. Я думаю, что он одержит победу, единогласно вручением судей. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого поединка, кто по вашему мнению победит и каким методом. Также повторюсь, прошу вас поддержать отстройку лайком или дизлайком, выразить свое мнение побольше в комментариях и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ведь все это очень помогает развитию канала. Вступайте в группу ВКонтакте и Телеграм, ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. И мы начинаем нашу трансляцию. И первым на рынке выходит Терренс Бултон Кроуфорд. 37 боев, 37 побед, 28 с нокаутом и ни одного поражения. Of what kind of fight we're going to see based on this ring walk. А вот выходит и его оппонент. Шон. Шоутайм. Поутов. 35 боев, 31 победа, 17 их нокаутом, 3 положения и 1 ничья. Повод Поутова переводится как в время шоу. Это был, конечно, очень следующий поединок, я думаю. Нажать еще очень долго, поживем увидим. Нам предоставляют боксеров. Сейчас рефери на поле большого правила, и мы начнем. Remember, guys, obey my commands at all times. Let's have a good clean fight. Touch him up. Первый раунд, погнали. Попадает Шон Кроуфорд. Поутов отвечает. Мимо. Попадает Шон. You were training a fighter who did not have the reach compared to his opponent. When you were training him in the build up to that fight, what did you try to say to his head? The one thing that I had told him is something I had to tell myself is that we had options. The first was, of course, the traditional way. Tuck up good defensively, move your head and work your way in. Slip a punch and now all of a sudden you're closer, you take his height away. The other is to step up and get Поутов точен. Неплохо. Удар Поутова. You can see he's trying to score up top, but off the mark there. Удар челлендж. Мимо. Halfway through round number one. Да, не помахивается Поутова.
Плохо тоже не попадает. Вашмен. Килан пока очень сложно ходит в Букчела. Клинч. Мимо. Повышкает Тевенш. Мимо. Подает Клоуфорд. Мимо. Махивает Шаповтова. Мимо. Ударит по голову Шушон. Мимо. Final 10 seconds of round number one. Первый раунд же ушел, и он уже поутром. 10-9, Шон впереди. И пока попаданий мало обеих шалон. If you're traveling outside, you're lost. You need a map to find your way. He needs a map right now to find his way. He needs some direction. Keep busy on the inside. Bang the body, then finish with the uppercuts. Let's get in there. Stay tight and bang away, okay? Move him to the ropes. Stay close. That's what you want to be. И у нас вал номер два. Неплохо попался Шклофорд. Мимо. Рашмен. Апперкот. Неплохо. Мимо. Атакует Портал, но в молоко. Поклоус продолжает Шон. Мимо. Клоуфорд точен. What sport do you think can produce the best boxers? Мимо, Ола. Well, believe it or not, basketball, everybody would say football. We saw Too Tall Jones, he got demolished. Помахивает Шаповтова. We saw Gastineau, he got demolished. We saw Highsmith, he got demolished. A lot of football players have football, but basketball players, they have the physical skill sets where they can make a pretty good fighter. Of course, you have to Мимо. Get a guy that mentally is adjusted. Halfway through round number two. Попадает Тевенш. Good way to protect the midsection. Bad intentions Мимо. Is sitting back right now, Teddy, and looking for that counterpunch opportunity, isn't it? Yeah, that's exactly what he's doing. He's waiting, you know, he sees that his opponent is in his armory, so to speak. You know, he's in his castle. He's getting him to come out of his castle. He wants him to come out of his castle. Мимо. So now he can attack. Попадает Тевенш. Неплохо действует Клоуфорд. Unable to connect by shotgun. Дает Полтова. Клоуфорд отвечает. Good shot to the head with that right hand. Вашмен. Мимо. Апперкот уже держит Полтова. Just 10 seconds to go here in the second round. Неплохо.
И второй раунд Тейлор забивает к себе в копилку. Счет второй раунд 19-19. Это покажет у нас борьба стилей. И посмотрим, что же будет дальше. No, he's thrown them from too far away. They're too wide. He needs to shorten them up, get into better range, and use that jab as a finder. Okay. We got it. Whenever he misses, come. И у нас раунд номер три. Мимо. Клинч. And you can see he wanted to do that as he holds on there. Able to cover up along the belt line. Шон. Вашмен. Мимо. Апперкот. He tried to nab him up top but was unable to connect. Мимо. Клинч. Да, снова шоу-тайм. Попадает Повотова. И отвечает Квоху. Давится Шон. Мимо. Атакует Повотова. Oh, that's good stuff. Firing right back with one of his own. Good work by Crawford. Вашмен. Bad intentions is keeping his guard up very, very well. Teddy, Повод отвечает. Help to have the speed that he has. Sure. Anytime you have speed and you can put it into the equation Clinch. Where whatever you're doing, it has to be technically right. But now you put speed. You're doing it even better. You're doing it at a higher level. Мимо. Оба помахивают Шон. Вашмен. Клинч. Not much action as he just ties up. Вал. Неплохо. Снова попадает Шон. Неплохо. Мимо. И третий раунд Повотов забывает себе в копилку. Все же начало 29-28 в его пользу. Он сразу же наводит Квоху, 29-28, и у нас раунд номер 4. Попадает по корпусу. Тэлендж. Вашмен. Снова Вашмен. Попадает Тэлендж. Неплохо. Повотов отвечает. Вашмен.
clinch. And he engages in the clinch. Мимо. Куда это Шон? Стелем что-то чает. Мимо. Чает Клофорд. И Портова тут чает Клинч. Попадает Шон. Мимо. Попал в фото, кого фото отвечает. Неплохо. Вашмен. Showing you some defense there with the block. Takes one, gives one. The right hand scores well. Porter's defense. Is it ever good? Look at how easy he's able to block those punches. Вашмен. Oh, a nice two-punch combo by Porter. Мимо. Помахивается Портал, кого наказывает за ошибку. Мимо. И четвертый раунд за Теллинджа. Счет снова 38-38. Пока довольно-таки близкий поединок. That he's positive, you know that he had a good round. И у нас раунд номер 5. And we are back underway, another round in a fight. Идет Клофорд в атаку. Помахивается Портал. Неплохо. Well, his opponent is opening up and coming forward, so I would think there are some opportunities that exist. Yeah, I think some counterpunching opportunities. Opportunities not on the front end, but on the back end. Усмен. Помахивается Шон. There was a baseball umpire around. He'd call that a strikeout by shotgun. Мимо. Апперкот от Портала. Неплохо. Вашмен. Портер снова target жертвой hook. Точно, Теллинж. Портал отвечает. Клинч. Вашмен. Попадает Клофорд. Снова точно Теллинж. Мимо. Помахивается Портал. Крофорд's
Смерть, потому что сейчас палочки не против попадания, конечно, Портова. Мимо. Аквакот. Точно Шон. Отвечает Квопов. Крылинич. Неплохо. Мимо. Помахивается Шон. И пятый раунд Портов забивает себя в актив. Сейчас 48-47 в его пользу. Stick with the game plan. How are we going to get to the inside? The double jab. I need to see the double. И у нас раунд номер 6. Попадает Портова. Точен челлендж. Мимо. Точен опять же Квофорд. Неплохо попал бутон. Клинч. По боку попадает Шоутайм. Мимо. He has to now start to educate himself, start to, you know, place those punches in the right spots. Точен, опять же, Квопов. Портов отвечает. Мимо. Атакует Шоутайм. Мимо. Да, Шон. Вашмен. Попадает Квофов и подключен Портал. Вот это да. Мимо. Поковшивает. Теллендж. Попускает по-прежнему Портал. Снова попускает Шон. Неплохо. Мимо. Попадает опять же Портал. Is strong, but he needs to be set to punch. He's making sure he doesn't allow him to get set. Doesn't give him that kind of landscape. Мимо. Опять же точен Квофов. Working our way towards the bell. Last 10 seconds of the sixth. Да, Теллендж. Мимо. И шестой раунд, так Квофов чистую забивает.
Счет опять на нашем равном, 57-57. Так заканчивается первая половина боя. Посмотрим, что нам больше покажут во второй половине. И у нас раунд номер 7. Атакует Порто, Крофорд отвечает. Дает Шон. Неплохо. Мимо. Помахивает Шон. Шоу-тайм. Вдает Крофорд. Включает Портал. Неплохо. Дает Портал. Мимо. Рашмен. Мимо. Попадает Шон. Мимо. Покош подает Крофорд. Подает Портал. И Крофорд встречает. Неплохо. Crawford is really doing a fine job here today. I know everybody falls in love with the clean, effective punching, but you can make an argument that he's controlling this fight right now thanks to his head movement. Yeah, you know, it makes me think about that legendary story about the old great Willie Pep, the Will of the Wisp. There was a legend that he actually won a round without throwing a punch, just by making his opponent miss, just by ring generalship. Опекут от Портала. Мимо. И седьмой раунд минимально Крофорд забивает его в копилку. Все равно 67-66 в его пользу. It's time to go. It's time to let those hands go. Keep the pressure up. Move in, but you have to let those hands go. Yep, yep, right, okay? That's what I want to see. One, one, two. Uno, uno, dos. Он сразу же счет 69-64 в пользу Тэлэндж. И у нас раунд номер 8. Атакует Портал. Рашмен. Неплохо. Снова подает Портал, Крофорд отвечает. Неплохо было задумано. Мимо. Keep your body moving.
Да, я слышал. Восьмем. Мимо. Да, это повтор. Вашмен. Мимо. Crawford's able to avoid that punch. Porter's got to be really careful there, Teddy. I mean, he's leaving himself wide open. What's going to happen next? He, you know, he's leaving himself open. He hasn't paid for anything yet. Washman. That will be coming before you know it. Мимо. Курва, даже Повтова. Кедлинич. Неплохо. Мимо. Кедлинич. Well, this can become a four, and he's making a decision to do it as he ties up again. Помахиваешь Повтова. Неплохо. Мимо. Кэрлинч. Мимо. И восьмой раунд Повтор забывает к себе в копилку. И снова счет раунда. 76-76. И у нас раунд номер 9. Мимо. Попадает Шон. Мимо. Попадает Кроуфорд. Точен Тэлленш. Мимо. Помахнулся Повтова. Крофорд отвечает. Неплохо. Мимо. Точно. Тэлленш. Отвечает Повтова своего оппонента. That old saying, hey, you put enough out there, something's gonna stick. Well, at least he's controlling the rhythm. He's keeping control of the pace right now, and at least when you're throwing your opponent, for the most part, he's being handcuffed a little bit. Кедлинич. And just grabbing on to his opponent. Мимо. He's tired. Keep it going. Come on, baby. Halfway through the ninth round. Точен Шон. Атакует по-прежнему Повтова. Мимо. Crawford's making for a tough target there. He gets away from that punch. Попадает Crawford. И жестко встречается, что это на шоу визави.
Попустился аж Клоуфорд. Мимо. Пошмен. Керлинч. Пошмен. Неплохо. Мимо. Blocks that belt line well. Помахивает Шаповтова. Вашмен. И девятого Клоуфорд тоже убивает себя в копил. Сейчас у нас 86-85 в его пользу. И наш тут чемпионский раунд. Take a deep breath. You don't need that. I'll throw that away. И у нас раунд номер 10. Мимо. Впрочем, челлендж. Hard to see the scorecards coming into play here with how dominating he's been. Впрочем, Повтов, Клоуфорд отвечает. Мимо. Неплохо. Пошмен. Апперкот от Повтова. Точен Шон. Мимо оба. Попадает Клоуфорд. Неплохо. Мимо. Nowhere close that punch by shotgun. Clinch. Well, that was his intention, and that's what he's doing. Not engaging in the fight, but clinching. Halfway through round 10. Неплохо. Попадает челлендж. Повтор отвечает. Мимо. Мимо. Дает Фортов, Клоуфорд отвечает. Неплохо. Counting down towards the end of the 10th round, 10 seconds to go. Пошмен. И 10 раунд. Минимально также же Клоуфорд. Сейчас у нас 96-94 в его пользу. Релакс, релакс. Take deep breaths. You're doing fine. Yeah.
He's empty now. That was all. That was all of it. А он сейчас же что-то вовсе 99-90 хуже квотом. И у нас раунд номер 11. Точен тенденш. Оба мимо. Мимо. А переход к Вофу, да? Неплохо. А переход, и это нокдаун. Подвалился аж к Вофу своего визави. И отправил его в первый в этом бою нокдаун. Смотрим, как это было. Точный апперкот прямиком в челюсть. Пытается кому-то подняться. И ему это удается. Шмен. Неплохо. Точно к Вофам. Мимо. Клинч. Попадает к Вофорд. Вофорд клинчует. Мимо. Мимо. Crawford's blocking ability is doing well for him there. Вмахивается Портал. That was a fine block by bad intentions. Апперкот. Мимо. Точен Шон. Клоффорд отвечает. Мимо. Мимо. Удаляет Клоффорд. И один раунд Клоффорд забивает себя в копилку. И таким образом он ведет счетом 106, 101 перед финальным раундом. Евгений Верхов 106-102. Сейчас слишком много очков я вычел с Повотова. 106-102. Позже Клоффорда перед заключительным раундом. How are you feeling? He's counter-punching, and you need to be aware of that. Okay? Watch for the counter. You don't need that. I'll throw that away. И у нас финальный раунд. Put forth a good effort throughout. Now one more meeting. The final round is here. Снова Вашмен. Мимо. Мимо.
попадает в Клофорд. Мимо. Сочин Педанч. Наверное, как же устал повод. Неплохо. Клинч. Мимо. Yeah, that's exactly what he has to do right now. Now he has to be able to just get past this little bit. It's kind of like being in a bad rapids. You know, you're going down those waterfalls. You better be in a canoe. You better be in something. This is his canoe. This is his raft. Выдает Фортова. И у нас пошла последняя минута поединка. Мимо. Crawford's coming up with the answers, avoiding that punch. Мимо. Помахал лучше Фолтон, Фолтон тоже мимо. Неплохо. Ашмен. Мимо. То, что значит, что 11 квофа. Ждем судейского решения. И победу судейским решением одерживает Теренс Бутон Квофа. Форд уже явно негодует. Общая счетлива. Два, что 18-7 и что 19-6. Что, конечно же, является по-любому. Двое судей отдали первый раунд Повтову и Ленинград отдали третий. Остальные все раунды за Клоуфорда. Причем последние три раунда отдавали счетом 10-8, хотя иногда он был только в одном из раундов. Что ж, давайте обратимся к статистике. Клоуфорд попал 182 удара из 494. Повтор же 256 из 800 шалака. У Клоуфорда 79 из 200 шалака в голову и 103 из 251 в ковш. У Повтор же 84 из 297 в голову и 173 из 500 шалака в ковш. По раундам. Первый 11-18, второй 20-22, третий 8-26, четвертый 21-24, пятый 16-28, шестой 20-14, седьмой 15-18, восьмой 13-26, девятый 14-24, десятый 16-18, одиннадцатый 13-19 по нокдаунам 1-0 и десятый 15-20. Что ж, на этом все. Посмотрим, как же на самом деле пойдет этот поединок. А с вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх, пишите комментарии и подпишитесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Шпаривай ВКонтакте и Телеграм. Но по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. Всем пока!